Я хочу показать, как работает конфигурация электронный консьерж, для которой разработана была специально для интернет-магазинов. Вот. Получается, курьер приходит по постамату, нажимает на дисплей, вводит шестизначный пароль, дальше четырехзначный пин. Эта конфигурация здесь получается, у курьера есть все роли, получается администратора, техника, инкассатора, оператора и курьера. То есть можно ограничить, то есть чтобы у курьера была только одна роль, у курьера, а администратора все остальные роли. Вот, получается, нажимает курьер. Здесь есть два варианта. Либо получается выбрать из списка уже доступных получателей. Ну, то есть можно использовать поиск. Выбираешь первую букву H и выходит, свечивается единственное доступное. Либо добавить, то есть добавить нового. Если добавить нового, вводим имя получателя. Далее телефон получателя. У нас, кстати, вот появилась новая опция. Можно, когда нажимаешь «Добавить нового получателя», использовать QR-код, в котором будет зашито уже телефон, почта, фамилия, имя получателя. Вот, то есть, получается, ему достаточно будет просканировать QR-код, и вся эта информация с телефоном, почтой, именем будет автоматически добавлена. То есть сейчас приходится, то есть, это вводить вручную, но это можно автоматизировать. Нажимаем вперед, сканировать штрих-код с посылки. А если есть, если нет, то тоже просто нажимаем вперед. Выбираем тип размер, так как здесь всего один тип размер ячейки. То есть у нас только один вариант здесь. Дверь открывается. Загружаем посылку. Открываем дверь. А здесь система спрашивает, была ли заложена посылка. Да. Хотите ли вы еще заложить посылку? Нет. Все, собственно, далее отправляется уведомление получателю. Сейчас вот появилось с 10-значным кодом доступа. Вот. То есть получается, получатель приходит по стомату, вводит 10-значный номер, ячейка открывается. Далее система может отправлять информацию, когда курьер заложил посылку администратору, что посылка загружена, и когда получатель забрал посылку, тоже может отправляться уведомление администратору, что заказ забрали, и получается, то есть ячейка доступна к новым закладкам. Далее здесь есть в данной конфигурации возможность устанавливать стоимость товара. То есть получается, если ваш товар необходимо, чтобы получатель оплатил при получении, и меняется конфигурация, и при закладке посылки назначается стоимость посылки. Вот, то есть, когда получатель приходит, вводит 10-значный код, высвечивается сумма к оплате такая-то. После того, как он оплачивает, выдается фискальный чек о том, что товар оплачен, и чек открывается с посылкой.